И как только не называли в народе первый летний месяц. Хлеборост, румянец, земляничник, розанцвет – и все это об июне. В июне в лесах появляются первые грибы да ягоды, и вся растительность идет в рост. В июне празднуется один из самых больших христианских праздников – День Святой Троицы, который в этом году придется на 19 июня. А перед неделей на Троицу в народе отмечают Русальную неделю, но этот праздник относится уже к язычеству. 22 июня – самый длинный день и самая короткая ночь. Кстати, июнь – самый светлый месяц года, за что в старину его прозвали «Млечень». Много чего ожидает нас с вами в июне, и я, Елена Соловьева, предлагаю провести это время вместе в деревеньке. Сегодня нас в самом деле очень актуально стоит вопрос и занятости населения. Новое предприятие, рабочие места и отчисления в бюджет. Как работает программа развития регионов на Юго-Востоке? Рано утром встаешь, чая попил и поехал. Сезон кормозаготовки открыт. Как в поле работается и на селе живется молодой семье с молодой улицы. Зашла в кинотеатр, там огромный на свете, и он сидел там, и увидел, что я туда заплыла. Его знал весь Советский Союз. Участковый из Кавказской пленницы частенько бывал в Бобруйской глуши. Почти год назад вступил в силу указ президента Беларуси номер 235 о социально-экономическом развитии Юго-Восточного региона Могилевской области. Речь идет о 7 районах – Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотинском и Чериковском. Документ дает серьезные преференции, то есть льготы, как бизнесменам, так и работникам новых предприятий. С момента вступления в силу документа уже зарегистрировались 193 индивидуальных предпринимателя и 37 юрлиц. Развитие Юго-Востока обсудили и депутаты на выездной сессии облсовета в Славгородском районе. Славгородчина – удачный пример работы по указу. В районе уже открыто 4 предприятия, в том числе одно фермерское хозяйство. Его глава Дмитрий Никитин уже выращивает поросят, а теперь решил заняться мясными породами крупнорогатого скота. Я не знаю, сколько напустует это помещение, но в каком состоянии оно мне досталось, оно видно и так. До зимы фермер планирует поставить в этот сарай около 70 бычков. Молодняк будет закупать. Ищем породу для фьорда и породу ангуски. Пока эти две породы. А эти породы отличаются высокой мясной продуктивностью. Хозяйство «Агропятачок» будет производить так называемое «мраморное мясо». В нашем районе 3 крестьянско-фермерских хозяйства, которые в основном занимаются растениеводством. 4-е крестьянско-фермерское, которое у нас недавно зарегистрировано, будет заниматься отраслью животноводства. Недавно в Славгороде зарегистрировано предприятие, которое будет сушить овощи. Разместилось оно на площадях бывшего славгородского пищевика. Сюда пришли бизнесмены из Украины. Мы открыли это предприятие о Вегафуд Групп и взяли в аренду с правом выкупа этот завод. Бизнесмены взяли в аренду 500 гектаров земли, засеяли элитным картофелем. Сорт картошки называется «Бриз». Мы эту картошку покупали в Могилевской области, есть семенное хозяйство «Диана». На предприятии планируют не только сушить овощи, но и производить яблочный сок. Это оборудование достаточно новое, потому что оно работало всего года два, наверное. То есть и износа его практически его нету. Вот. Мы его сейчас усовершенствуем, мы его сейчас где-то немножко подремонтируем, где-то приведем его в порядок и будем вот на нем получать сухую картофель, вот, сухую морковку, сухой буряк. Здесь будет работать в общей сложности где-то около 60 человек. Причем это на всем предприятии. Это касаемо и производства непосредственно сельхозпродукции, и уже и переработки ее. Людей набираем, это все в процессе, уже начали. Ну, закончим набирать где-то, наверное, к сентябрю месяцу. Уже укомплектуем полностью штат. Плюсы налицо. Сегодня нас в самом деле очень актуально стоит вопрос и занятости населения.
Напомним, по 235-му указу вновь созданное предприятие получает преференции. Вся инфраструктура строится за счет областного и республиканского бюджета, а размер обязательных страховых взносов уменьшается с 35% до 24%. На 3 процентных пункта уменьшится и подоходный налог для работников этих предприятий и производств. Кроме того, жители юго-восточных районов смогут купить, построить или реконструировать жилье на этой территории, получив 1% кредит на 20 лет. Но при условии отработать на местных предприятиях нужно не менее 10 лет с момента заключения кредитного договора. Молока там, где свежая трава. Ведь в пастбищный сезон корова способна давать на треть, а то и наполовину молока больше. И дело не только в том, что на лугах вырастает много зеленой травы, а и в том, что корма нынче витаминизированные. Это наша тёлка Марта. Ну, еще не доится. Рядом вон корова, мама ее. Вон там, да? Да. Каждое утро Марту и ее маму Рябину хозяин пригоняет на пастбище. На свежем воздухе нынче благодать, солнце светит, травушки-муравушки вдоволь наесться можно, и вкусно, и полезно. Сам Павел Бобров времени даром не теряет, заготавливает корм на предстоящую зиму. Когда современной косилкой, а когда и вот так, по старинке, берет косу и в поле. Рано утром встаешь. Чая попил и поехал, и все, и коси потихоньку. Летом корова дает больше молока? Ну, конечно, летом больше. Много? Ну, литр на 3-4 больше молока. Закрома почти опустели, а когда-то сарай был забит сеном доверху. Это сено прошлогоднее, да? Скажите, как его заготавливали? Сколько его тут было? Наверное, немало. Здесь было около 9 тонн сена. У меня свои поля есть. У дядьки 20, у меня 15. Еще дали 60 соток травы. Бобровы – семья молодая, воспитывают 4 детей. Живут в Любоничах, деревеньке в Кировском районе, на улице Приозерной. Тоже, кстати, молодой. Что не дом, то молодежь. И все держат хозяйство, все стараемся. То, что в деревне без хозяйства никак. Алло. Яйца, молоко, творог, сало, мясо свое. Да, с коровой тоже. Вот она. А как ее зовут? Ее зовут Шунтик. Шунтик? Да. Привет, Шунтик. Пашу. Браную, сеем. Хоть бы и держал трактор свой, я его не продал. Почему? Потому что я считаю, с маленства я вырастил. Меня любит третий ребенок. Вот я вообще. Лошадка, коровушки-кормилицы, кролики, куры да петушки совсем управляются вместе. Здесь у нас кролики. Ой, какие зайки. И сколько у вас таких? Ну, штук 7. Я кормлю, муж чистит. Никогда не хотели? Нет. Ну, как бы я в детстве жила в городе. Все время приезжала в деревню. Манит природа. Хватает хлопот сельским жителям, но они признаются, хлопоты эти приятные. Ведь делают все для себя и для близких. И вечером есть о чем поговорить. Вот так всем вместе посидеть на сеновале, день минувший вспомнить, да дела насущные обсудить.
июня, как правило, в теплых районах уже всходили огурцы. Огурцам крестьяне придавали большое значение. За ними тщательно следили, старались избежать горечи. Удобряли их особыми способами, прятали растения от прямых солнечных лучей и, конечно же, следили за поливом. На следующий день хозяйка, взяв старый лапоть, шла с ним на огород. Там бросала на грядку и приговаривала: «Как густо сей лапоть плелся, так, чтоб густо огурцы мои заплелись». Лето пришло, травы налились, у коровушек и козанек кормилец начался пастбищный сезон. Кстати, на австралийские поля в этом году выйдут роботы-пастухи. Они будут следить за коровами, за количеством и качеством корма, которое те поедают. Роботы могут обнаруживать больных и раненых животных с помощью видеокамер и тепловизоров. И все это без присутствия людей. У необычных пастухов есть имена. Вот это, например, божья коровка. А подпитываются роботы-пастухи энергией солнца. Международный день музеев не прошел бесследно для Дрибина. К празднику здесь приурочили открытие обновленного историко-этнографического музея. Предлагаю лично посмотреть на новую экспозицию. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, в наш музей. Пойдемте посмотрим. Над созданием музея работали долго. Его научную концепцию и художественный проект готовил областной краеведческий. Залы, а теперь их 5, как и полагается в заведениях такого рода, рассказывают про историю края от первобытного до нашего времени. Кстати, самые древние экспонаты относятся к каменному веку. Это нуклеусы, скребки, отщепы и рубящие орудия. Сейчас тут более 4000 экспонатов. Очень много предметов быта, орудий труда предков из дрибинских деревенек. Большая коллекция рушников. Не пройти и мимо множества глиняных изделий. Есть весьма любопытные вещицы. Очень интересный экспонат, который называется спарыш. Угу. Это представлены 2 горшочка, их еще называли близнецы. Предназначены они были для того, чтобы брать их с собой в поле, для первого и для второго блюда. А это 2 хаты, крестьянская и мещанская. Расположили их друг против друга специально, для контраста, так сказать. Скромный интерьер в первой и богатое убранство во второй. С самоваром, глинобитной печью и швейной машинкой «Зингер». Многие вещи в разные годы переданы местными жителями. Каждая со своей историей. Как, к примеру, этот плетеный чемодан. Во время Великой Отечественной войны в деревне Рясно находился лагерь смерти. И этот чемодан принадлежал еврейской семье, который каким-то чудесным образом уцелел во времена Великой Отечественной войны и попал к жителю деревни Рясно. Инсталляции фестиваля «Дрибинские торжки» отведен отдельный зал. Здесь большая коллекция икон, а еще лавка торговца подержанными товарами. Экспонаты 19 века музейные работники привезли из антикварных магазинов со всей Беларуси. А вот это старинная кофемолка. Вероятнее всего, она принадлежала мещанину. Кстати, в рабочем состоянии. Вот сюда засыпался кофе, перемалывался, и уже вот в эту емкость готовый он высыпался. Вот такой вот агрегат. Визитная карточка дрибинщины – шаповальство. Катрухи и шкорни, то есть в переводе с уникального языка дрибинских шаповалов – шапки и валенки, тут повсюду. Причем самые разные. Желающих поглазеть на настоящие произведения искусства всегда хоть отбавляй. Больше всего меня привлекают вот такого образа валенки. Они как бы сделаны уже в современном стиле. Какие тебе вот больше всего нравятся? Больше всего нравятся, конечно, вот такие, вот такого образа. С маками. Очень красивые, с маками. Всю эту красоту можно не только увидеть, но еще и самому сделать. Мастер-классы в музее устраивают для всех желающих. На изготовление сувенирных валенок в 5 сантиметров длиной понадобится примерно час. «Кавказская пленница» – фильм из советской золотой коллекции. Леонид Гайдай снял его ровно полвека назад.
Мы раз за разом пересматриваем эту вечную кинокартину. Помним каждую ее сцену, а шутки давно разобрали на цитаты. Вы скажете, какое отношение все это имеет к деревеньке? Дело в том, что один из актеров «Кавказской пленницы» частенько наведывался в Глушу, что в Бобруйском районе. Он был женат на уроженке этих мест. Звали его Аман Хаджигулиев. В гайдаевском фильме он сыграл небольшую, но яркую роль участкового милиционера. Затем на развалинах часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Жена актера Галина Хаджикулиева сегодня живет в Глуши. День, когда познакомилась с будущим мужем, помнит, как сейчас. Случилось это в Москве. Тогда Галина Дмитриевна и не подозревала, что судьба свела ее с человеком, которого знает весь Советский Союз. Я работала уже в Москве, еще молодая была, официанткой работала. И поехала, думаю, в выходной у меня поеду в кинотеатр. Схожу. Поехала на автобусе, и когда я, значит, зашла в кинотеатр, там огромный у нас «Витязь», там вот такие вот в вестибюле, там сиденья такие, и он сидел там, мама, и увидел, что я туда заплыла, зашла. Весь сеанс Аман Хаджикулиев смотрел не на экран, а на красавицу белоруску. После фильма пошел за ней на автобусную остановку, где и произошло знакомство. Статный туркмен сразу приглянулся Галине. Мне он понравился. Он почти 2 метра. 1,90 м. 1,89 м. Ну, так, без одного сантиметра. Видный был, да? Видный, да. С тех пор они не расставались. Вскоре и свадьбу справили. Галина очень гордилась мужем. Выпускник ГИТИСа Аман Хаджикулиев работал режиссером в гостелерадио СССР. Ставил радиоспектакли. А в фильмах он снимался, просто его приглашали. Потому что он же не главные роли играл, а эпизодические роли играл. Поэтому он часто ездил на эти, на съемки. Он очень хороший был человек, очень хороший был. Его все любили, все там уважали. Галина была за мужем, как за каменной стеной. Они много путешествовали. Часто ездили на родину Амана, в Туркменистан. Вот это вот, смотрите, мы с ним сидим. Это вот тоже он со своими друзьями. Это все, когда мы ездили в гости туда, в Туркмению. Приезжали Хаджикулиевы и на родину Галины, в Глушу, где жила ее мама. Ну, месяц поживем, потом ему понравилось за грибами ездить. Лес очень любил он. Приезжали каждый год и в итоге решили так. Приедем сюда, ну, на год хотя бы так пожить. В тот год случилась трагедия. У актера оторвался тромб. Врачи так и не смогли его спасти. Аман Хаджикулиев навсегда остался в Глуши. А еще в памяти миллионов зрителей, которые запомнили его в роли участкового милиционера из «Кавказской пленницы». Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве. Так что у меня есть замечательный тост. А знаете ли вы, что деревья ночью спят? Подобно цветам, которые поутру раскрывают свои лепестки, а вечером закрываются, деревья опускают свои ветки, как бы расслабляются. В среднем дерево высотой 5 метров опускает ветви на 10 сантиметров, а поутру вновь возвращает их в исходное положение. Это результат наблюдения ученых за березами, на очереди тополя и каштаны. Что ж, на прощание пожелаю я вам нескучного лета, чтобы дождей было в достатке, солнце светило поярче, ну а самое главное, чтобы это лето запомнилось вам интересными встречами.